Самый молодежный телеканал. С нами сегодня Антонио Блонде, его сексуальная прическа. И Максим, Максим Лавер, лучший бармен города Череповца. Всем конец, соседи, вешайтесь, подонки. В детстве у вас была любимая сказка? Была. Какая? Не знаю. Ну как это? Не знаю. Сегодня ретро 90-х, да? Вот сказка ретро, часть вторая. У вас была в детстве любимая вообще сказка? Ты так невнятно говоришь. У тебя была любимая сказка в детстве? Да, конечно. Какая? Почему ты делаешь вот так? Ты возбуждаешься от этого. Какая у тебя была любимая сказка? Синяя борода. Синяя борода? Да. Можно я расскажу вам? А у тебя? 12 месяцев. Антон. Расскажи про 12 месяцев. Почему именно она? Как начать, Настя? Ты расскажи про синюю бороду. Это сказка про злого мужчину, который обижал своих возлюбленных. И я помню эту сказку, чтобы она не повторилась со мной. Молодец! А ты про 12 месяцев расскажи. Как поиспался первый месяц? Например, мес. Пойдем дальше. Нет, на самом деле не так все было. Я приехал сегодня в Череповец, чтобы посмотреть на красивых девушек, чтобы они помяли мне сиськи. Дорогой мотор, мотор ТВ, мотор ТВ. На самом деле тут собрался какой-то рой пи***ков. Пойдем дальше. С вами Александр Елагин, будущий игрок команды мотор ТВ по мини-футболу в коммерческой лиге. На самом деле он вообще очень крутой человек в плане футболиста. Он не пьет, да, они не пьют. Молодцы, ребята. Разбавили чем-то. Саша, какая твоя любимая была сказка в детстве? Сказка «Маша и медведи». Рассказывай, почему именно? Потому что там была Маша, а медведей не было. Ты любил Машу? Машу вообще любил. А если честно, ты вообще хотел с ней секса? Да, да. Машу люблю всегда. Что сказать-то? Секса хочу, да, хочу трахаться.
Машей. Дорогие друзья, точнее, дорогая Маша, если сейчас нас слышишь, Александр Елагин хочет секса с Машей. Маша, он ждет тебя, он жаждет тебя. Мотор ТВ, обращайся к нашим администраторам. А если честно, я люблю Настю и хочу трахаться с Настей. Или Юлей. Нет, Юлей. Юля. Юля, да. Нет, Настя. Маша, извини. Настя, Юля, откликнитесь. Саша Елагин хочет вас. Копила туфли. Ну, Золушка — это такая хорошая девочка. И вот ей однажды повезло. Она сходила на бал и встретила там своего принца. Ты знаешь, кто твой принц? Нет, у меня его нету. Вот твой принц. Он делает пи***тые коктейли. Хорошие коктейли он делает, извините за мат. Какая твоя любимая сказка в детстве? Ёлочка. Ёлочка? Ну-ка, расскажи. А? Расскажи. Расскажи мне сказку. А слушай, не помню. Какая твоя любимая детская сказка? Ой. Три апельсина, наверное. Какая? Три апельсина. Три апельсина? Я такого не знаю. Ну-ка, расскажи. Ну там все смысл, блин, в апельсинах. Там хавал чувак апельсины и в итоге остался ни с чем, как говорится. Писюн. Конечно. Покажи на эту девочку. У нас, к сожалению, танцполе. А? У танцполе, к сожалению. Расскажи сказку, друг. Только про Колобка. Про Колобка давай. Ебать, он по лесу, с улица съела. Сказка.
людей, как снять девочку в клубе «Терминал»? Напоить ее. Дальше? Дальше взять ее на руки и утащить домой. В некотором царстве, в некотором государстве жил король Максим. У него было очень много слуг. У него была прекрасная жена королева. А, где она? Где? Но он ее скормил дракону. Она его не устраивала в постели. И он завел себе любовницу, которая таки устраивала его в постели. В конце концов, он зажарил дракона, устроил пир на весь мир и был таков. Выходе еще дают. Я когда заходил, мне давали вообще. Давали вообще? Да. Давали. Да, ну сказали, что жена, ну как бы давай дадим. Они сказали. А как на девушек спрашивают? По-другому. Ну, вот, объясни мне. Надо как-то поласковее. Поласковее? Да. Ты даешь? И трогать там, да? Вот, да, говорит, давай я тебя угощу, у меня есть. Я бармен, я и так угощаю всех. Вот. Они дадут. Они дадут. Они сказали, что жена, не, это вообще не вопрос. Нет, так ты не говори про жену. Я проверяю технику обольщения. Привет, малыш. Можно? Я тебя угощу. Пойдем? Дура! Я тебя там трогаю, клеишь, ты выпиваешь, и мы с тобой оп-оп, и ты мне даешь. Нет? Нет? А как надо подходить к девушкам? Готово так! Дорогие друзья, сегодня мы были в клубе «Терминал» «Ретрос». Сказка, часть вторая. С вами был Мотор ТВ, Антонио Блон и Максим Лаверн. Мы вас любим, уважаем, респектуем. Подписывайтесь на нашу страничку и все будет зашибись. Что ты здесь делаешь? Что ты хочешь? Я хочу коктейль сделать. Давай. Не вообще с алкоголем, только пупсик, либо я тебя отымею. Вот. Хватит, хватит. Хватит. Не на... Ты мимо проливаешь, скотина ты тупая, блядь. Он еб...
коктейль называется «Сахтон». Тебе 600 рублей. Чувак, ты зашел на бар, ты сам налил себе бухло. 600 рублей давай. Да. У меня больше нет. Давай. Там стопка внутри. Иди домой.